Сколько сегодня пень? Сейчас около 30 их, по-моему, 30. У меня жена стояла с листовками, вот эти флаеры. Флаеры. И раздавала на первой пинте там, ну, грубо говоря. Как ты это все контролируешь? Просто надо отвечать за свои слова. Есть такие места у нас, вот на Фурманово, да? Там такое ощущение, что вложений, не знаю, миллион тенге, может быть. Друзья, сегодня у нас новый подкаст «101 друг Шаекина». И сегодня у нас в гостях крутой ресторатор, владелец таких заведений, как «Пинта», «Бао», «Сухой закон», человек, который управляет франшизами «Поль» в городе Алматы. Я вот сейчас у Юры спросил, у него... В Нур-Султане. И в Нур-Султане 5 заведений «Поль», оказывает услуги школам, это он сейчас все отдельно расскажет. Юрий Негодюк, наш друг, мой друг, у нас с Юрой учились дети в одном классе, более того, он карагандинец. Скажу еще больше, что мы с ним практически жили в одном дворе, в Михайловке. Он чуть хоть и постарше меня, но во время студенчества я там жил, поэтому этот человек для меня очень близкий. И я рад, что мои земляки идут вперед в ногу со временем, открывают крутые рестораны. И перед тем, как я задам Юре первый вопрос, я хотел ему сказать, что вот буквально на днях я был в городе Уральске. Да. И первый раз меня Оскар, это вот владелец франшизы, да, Оскар, в Уральске, в Западно-Казахстанской области, пригласил в Пинту. Я первый раз попробовал стейк, правда. Причем там выбор стейков, по-моему, было всего 3. Я так понял, что это по всему Казахстану модель одинаковая, да? Да, примерно, да. Да, примерно. И мне, ты знаешь, вот, честное слово, очень понравился. Я всегда к Пинте относился, ну, так, ну, да, скажу честно. Молодежное такое заведение. Молодежная, видимо, какая-то тема. Но ты знаешь, вот как Оскар построил, чуть его похвалю, у него обалденный летник большой, хороший ресторан, прекрасный сервис, молодые ребята такие продвинутые, все порекомендовали, все посоветовали, мне очень понравилось. Поэтому тебе, ну, во-первых, спасибо, что ты открываешь такие рестораны в Казахстане. Сегодняшняя тема нашего выпуска – это масштабирование бизнеса. Юра сейчас сам расскажет, у него целая куча этих заведений. Первый вопрос. Ты помнишь свой, скорее всего, я уверен в этом, первый ресторан? Как он назывался, где он был и так далее. Расскажи, интересно. Да, ну мой первый ресторан и был, собственно говоря, Пинтой. Да. Я свою деятельность коммерческую начал, грубо говоря, вот с Пинты. Поэтому до этого я работал наемным сотрудником. Я открывал рестораны, такие как «Патио Пицца», «Планета Суши», ну, известные в Алмате, да, да, они были очень популярными. А затем я ушел, решил бросить рестораны и ушел работать в «Евросеть». Это телефоны. Слово, телефоны. Чичваркин. Чичваркин, да. Я хорошо, ты не в Лондоне сейчас. Да, да, да. Я был управляющим по Казахстану этой сети. И в какой-то момент я пришел к выводу, что, наверное, пора уже, много слишком знаю, наверное, пора самому что-то открыть. И вот открыл Пинту, назвал Пинтой. Это был 2007, по-моему, или 2008 где-то. 15 лет назад? Да, да. Класс. Сколько сегодня пинт? Сейчас около 30 их, по-моему, 30. 29, мне нравится, кажется. Что ты не помнишь. Ну, они просто постоянно открываются новые. И сейчас какой-то, может быть, там находится в стадии открытия. Даже не по-моему, а точно сейчас строится в Октау Пинта. Вот она, по-моему, должна вот-вот открыться. Она будет, скорее всего, 30-й. Кстати, вот Рау тоже очень хорошая локация. Да, вот Рау, кстати, 2 пинты. Да? Да. У меня постоянно комментарии ребята пишут, да, что я очень много перебиваю, но мне саму интересно, да, понимаешь, вот, и мне нравится, что ты не знаешь, сколько у тебя ресторанов. Не, ну я примерно предполагаю. И так, первая была в Алмате. Да, в Алмате. Был, ну, как бы тяжело, конечно, давалась этот первая пинта, потому что были ограничения по финансам, то есть это я открывал на свои деньги, там, с партнером, да, у нас мы были накопленные на зарплату деньги, грубо говоря. И поэтому было много сложностей. Плюс этот ресторан 2 раза погорел. Ох. Да, первый раз он сгорел немножко, а второй раз он так серьезно сгорел. И поэтому даже были такие идеи, что он, ну его... Не фартит. Не фартит, да. Пойду телефонами опять. Да, но каждый раз люди приходили, где пожар, это к деньгам, говорит, это к деньгам. Ну, наверное, деньгам. Когда-то они появятся же, наверное. В общем, продолжали как бы развивать эту тему. И в итоге, в общем, вот сейчас имеем, что имеем. И какой момент? Вот 7-й ты открыл первый.
Первую пинту, да? В какой момент ты понял, и что явилось критерием, что надо масштабироваться? Вот тема сегодняшнего подкаста – масштабирование, и мне очень хочется, и я уверен, что ты, вот молодежи очень много, кто-то кафешку держит, кто-то кофейню, кто-то еще что-то, и вот им очень важно, да, когда масштабироваться, что для этого является показателем, и где масштабироваться? В другие города идти, либо и в Алмате, я не знаю, или в своих каких-то городах, где они живут, да, и так далее. Вот в какой момент ты понял, что тебе надо идти дальше? Наверное, вот мое мнение, что масштабирование – это прежде всего в голове, да, ну, то есть человека. Хочет он масштабироваться и вообще представляет он, что такое масштабирование или нет. То есть если человек ментально готов к масштабированию, то тогда это уже хорошо. То есть это уже полпути, пройдено. Потому что есть очень много людей, которые вот откроют там, не знаю, магазин там или ресторан и кафе. В принципе, их все удовлетворяет. Им нравится. Все устраивает. Все устраивает. Там какой-то идет доход. Деньги идут. Деньги идут, уже хорошо. И тут еще очень важный момент, что когда начинают деньги идти, ты же начинаешь их почему-то тратить на себя. Ты вспоминаешь, блин, у меня же машина старая, наверное, нужно машину поменять. Так, а там нужно телевизор купить. А еще жена просила то-то купить и так далее, и так далее. У тебя были такие мысли? У меня таких мыслей не было. В смысле, потому что я изначально был в голове, у меня было масштабирование. То есть я был запрограммирован. Настроен. Да, настроен. И поэтому и жена меня поддержала в этот момент. Не просила шубы там. Какая молодец. И что-то еще там и так далее. То есть и поэтому... Как только первая точка у нас вышла в операционную прибыль, а это у нас заняло очень много времени, там, наверное, около года, тогда мы приняли решение, что мы не будем оттуда вытаскивать эту прибыль, а эту прибыль пустим на второй ресторан. Это вот в седьмом, если через год ты пошел во второй, через, через год. Потом уже стало все быстрее, потому что уже прибыль была с двух ресторанов, и мы, то есть второй ресторан вышел в операционную прибыльность уже через 3 месяца, а не через год, потому что, ну, в принципе, там уже какая-то была модель понятная, да, мы какие-то вещи там реализовали, там свои знания включили и многие моменты, грубо говоря, улучшили, ну, плюс уже появилась какая-то известность там на районе, скажем да. Потому что мы открывали не так далеко вторую пинту, туда примерно там в трех... Он погорел уже к этому времени? Первый? Да, первый. Там, да, там была такая ситуация, что второй раз он горел, уже вторая пинта открылась. А, и ну было чуть полегче. То есть известность-то точно была уже, я к этому, да? Да, потому что когда второй раз горел ресторан, почему он стал известен, потому что когда мне ночью позвонили, что горит ресторан, говорю, а сколько машин тушит? Говорит, 4 машины приехало. Я понял, что горело серьезно. И по всем новостям это прошло. Ты знаешь, одного желания иметь мало, нужно еще. Вот ты же доходил до каких-то критериев, когда... Ты шел масштабироваться. Угу. Да? Вот что тогда было? Финансовые показатели, узнаваемость бренда, хорошая команда, коллектив. Вот что? Ну, собственно говоря, да, вот все эти, то, что перечислил, нужно было. Это, конечно, финансовые показатели. Угу. Потом, действительно, команда, которая готова с тобой идти дальше, да, там и помогать тебе. Угу. Узнаваемость. Ну и самое главное, та целевая аудитория, на которую ты рассчитываешь, да. То есть пинта изначально рассчитывалась на массового потребителя, да. То есть если бы я открывал какой-то мишленовский ресторан, да, понятно, что его масштабировать, ну, тяжело и, возможно, даже невозможно. Целесообразно, да. Может быть, да. А тут мы понимали, что это огромная аудитория, это миллионы людей, которые могут быть клиентами пинты. И, соответственно, рынок мы видели большой, очень перспективный, поэтому как бы для себя границ в голове не ставили по количеству. 35 пинт, грубо. 30, наверное. Сколько твоих, сколько франшиз? Так, засыпку. Ну, сейчас я скажу, 17 примерно, 17-18 моих. То есть это где-то... Собственные. Это где-то 10 в Алмате. То есть я как разделил, что Алмата, Астана мы не продаем, франшизы как бы их сами держим. И держим вот этот уровень, да, чтобы... Ну, люди понимали, что такое пинта, его поддерживаем. А в остальные города мы продаем франшизу. То есть на один город мы продаем только одному человеку франшизу, чтобы не было там никакой конкуренции. Вы жестко следите потом за исполнением всех требований. Вот, допустим, я вижу, извини, да, что Оскар Буральский, я так понимаю, и я вижу это, что он очень четко следует всем правилам. И у него вот все очень, ну, правильно. Есть кто недобросовестно иногда выполняет? Есть. Я расскажу нашу систему, да, как она работает. Все-таки я специализируюсь на сетях. Ну, так получилось, да, моя специализация сети. Потому что начал с Росинтера, где был сетевой бизнес, да. Потом Евросеть, опять сеть, да. И вот и сейчас я как бы тоже для себя строю сеть. И у меня не было интереса строить вот эти вот какие-то уникальные рестораны,
отдельно стоящие, да. То есть мне это просто неинтересно. Поэтому, так как у меня большой опыт работы в сетевых ресторанах, то есть у меня, естественно, опыт именно работы по франшизе, потому что Росцентр тоже был франчайзинговый. И Поль, кстати, вот это тоже франшиза, купленная, купленная, по 5 Полей, купленная из Франции. Соответственно, у меня большой опыт работы по франшизе. И я знаю, как ее масштабировать и как контролировать. Все, то есть понятно. У нас, говоря, вот такой огромный how-to-book, да, по которому наш офис, который, у нас есть отдельный офис, который занимается только франшизами. Он ездит каждый там квартал, у него, у них целая поездка по всем регионам, они делают административно-техническую оценку, соответственно, на основании ее потом пишется письмо владельцу с замечаниями и сроками устранения. Ну, если человек выполняет, то претензий нет. Да. Пример. Я молодой бизнесмен. Опять возьмем Западно-Казахстанскую область. Ты только что сказал, что на город даете одну франшизу. Аскар ее взял. Да. Я хочу открыть еще одну пинту, рынок позволяет. Где? Аскар не хочет, в Уральске. Не даем мы тебе. Вот, там сколько в Уральске пинт? Одна пока, да. Но я хочу открыть вторую, и позволяет город ведь, понимаешь? Ну, да, мы тебе можем предложить Чимкент. Чимкент Берденова предложите. Единственный регион, где нету пинты, это Шымкент. Правильно? А почему, кстати? Ну, потому что там, откровенно говоря, очень жесткая конкуренция, да, ну так мы думаем, это раз. Во-вторых, там мы не нашли пока партнера, который бы хотел открыть, потому что, ну я думаю, что все-таки рынок очень конкурентный, очень конкурентный, там тяжело выжить. Может, я что-то не понимаю, но мне очень интересно то, что, допустим, если кто-то хочет открыть вторую пинту в Уральске, то он не может этого сделать, потому что у тебя с Аскаром прописано, что он эксклюзивный, да? Не... Легче ли переговорить с Аскаром, если он не хочет открывать, ну, дать кому-то возможность? Это же узнаваемость и твоего бренда, это дополнительный ресторан, это увеличение сетки, или я что-то... Нет, теоретически это возможно, но, как правило, хозяева, вот эти эксклюзивные, они все против. Не, ну это на входе вашей договоренности. Да, но можно же всегда поговорить. Нет, я говорю, мы когда начинаем разговаривать, вот такие были у нас прецеденты, да, обычно владельцы против. И они начинают сразу второе место искать. Типа мы одни, да? Да. Ну, интересно. Ну, мы боимся конкуренции. В смысле, имеется в виду, чтобы они между собой начали конкурировать. Каннибализация. Каннибализация, правильно, да. С пинтой все понятно. Да. Еще какие сети? Ну, вот Бао. У меня сейчас 9 ресторанов. Это паназиатская кухня. Смесь... Ну, вся Юго-Восточная Азия, скажем так, да. А, Бао почему называется? Потому что мы там в основном наши продажи – это бао-бургеры, такие паровые булочки с какими-то там разными начинками. Пинта – это стейки и колбаски. Колбаски, стейки. Ну, это Текс-Мекс. Понятно. Техас и Мексика. Колбасы ты берешь у нашего земляка, карагандинца Дениса Дедова, да? Да, да. Все понятно. Вот своих поддерживаем. И карагандинцы, вот они всегда так делают. Даже колбасы у своих покупают. Да. Понятно. 5 Полей. Да. Сухой закон. Да. Еще. Так, ну, есть гастропространство где-то, ферма называется, да, ресторан. Там несколько, 5 ресторанов различных стоит. Это в мегапарке. Есть небольшие пиццерии «Томата», есть вот «Бао», 9 ресторанов. Так, я могу что-то забыть. В общем, в общей сумме сколько? Ну вот я вот, тут так получилось, позавчера посчитали, мои менеджеры сказали, что около 67 примерно сейчас ресторанов. Молодец. Посчитали, говорят, ты сам не помнишь это. Да, нет, я объясню почему, потому что есть такие вещи, которые мы закрываем, там, да, вот у меня была концепция, она не пошла, там, Hot Chicks назывались, да, ну вот не пошел ресторан, кафе, и его закрыли, вот как бы, ну вот уже, значит, минус 2. Где-то плюс. А, еще банка у меня есть. Точно, вспомнил. Сеть это, их 6. Понятно. Тогда следующий вопрос. Как ты это все контролируешь? Ну, это огромная команда. Это в смысле благодаря людям. Сколько человек? Ну, я думаю, что во всей сети примерно работает 1500 человек сейчас. Обалдеть. Вот во всех твоих ресторанах это 1500 человек. Это 1500 семей. Ну, грубо. Ну, получается так, да. Молодец. Слушай. Некоторые семьями работают. А, да? Ну, будет, конечно. Ну, давай тогда. Ну, 1000 семей точно. Ну, точно, которые получают зарплату, конечно, рабочие места и так далее. Так вот, над этой 1000, скажем так, да, сколько профессиональных управленцев у тебя непосредственно? Человек 20-30, наверное, да? Ну, высший топ, скажем так. Ну, высший топ нет, меньше даже. Меньше. А я скажу, сколько это, где-то примерно, ну, наверное, 5-6 человек реально.
Да ну? Да. И они вот это все контролируют. Ну, то есть, там есть как бы сетевые управляющие. Откровенно сказать, часть из них я привез из ближнего зарубежья. А, просто... экспаты. Экспаты, да. Все понятно. Ну, это вот москвичи. Сколько наших граждан Казахстана и как долго они с тобой? То есть ли шанс с официанта вырасти до твоего заместителя? Ну, конечно. У меня вот есть одна управляющая, она работает. Она еще в Росцентре пришла работать. Я был тогда администратором в этом ресторане. Она пришла туда работать помощником повара. И сколько лет назад? Ну, вот это был 2002 год. Ох, ничего, 20 лет. Да, вот она все это время как-то рядом со мной. И сейчас она управляющая кетеринга, как раз школами угу. управляет. Молодец. То есть у нее 5 объектов. А сколько крупных. Таких, кто уже исторически с тобой? Ну, таких, наверное, человек 10, наверное, точно. Отлично. Есть. Отлично. Ну, они все были рядовыми. Сейчас да, они вот все топы. Да, я да. про это. То есть они выросли, научились, прошли большой-большой путь, да. грубо говоря, от официанта, либо повара, потом, наверное, стали админами, потом еще повыше. Да, да, там важно пройти все ступени, потому что иначе ты не сможешь. Ну, без этого просто, ты не да. будешь все процессы понимать. Да, да. Правильно? Да. Ресторан же сложная очень система. Да. Если честно, я вообще 1500 человек, я не знал, что 1500 человек может работать вот в такой сетке. Ну, у нас же еще есть там производственные цеха, допустим. Допустим, в Астане есть огромный заготовительный цех, который работает на несколько городов даже. Да? Угу. В Алмате есть, там тоже куча людей работает. Это же все тогда производственная часть. Какими качествами должны обладать те, кто к тебе пришел на работу? Наверняка какая-то часть сотрудников будет завтра смотреть этот подкаст. Угу. И задумается, как нам попасть в топ, чтобы тоже управлять какой-нибудь сеткой. Какими качествами должен этот человек обладать для того, чтобы стать руководителем? Ну, конечно, наверное, я думаю, что прежде всего это лидерские качества, да, потому что харизма какая-то должна быть. Человек должен уметь за собой вести людей. Угу. Это на самом деле выявляется сразу, когда человек приходит работать официантом, допустим, да, там видно сразу, да, что его все начинают слушаться. Ну, то есть он какой-то такой лидер, формат, да? лидер становится, лидер, да. И мы его сразу увидим, этого человека, да, и начинаем уже как-то его сразу продвигать. То есть всегда нужно делать больше, чем от тебя ожидают. Угу. Ты должен обслуживать один стол. Инициатива ненаказуема? Нет, у нас нет, у нас приветствуется. Допустим, вот официант должен обслуживать 2 стола, да? А один говорит, а я буду 3 стола обслуживать. Окей, давай. А я еще останусь там и, допустим, что-нибудь там помою. Да, какой-нибудь там стол, там, ну, что-то сделаю еще дополнительно, кроме того, что у меня есть какая-то нагрузка. Соответственно, естественно, его все замечают, начинают дальше двигать. И от своих управляющих я тоже всегда жду каких-то дополнительных инициатив. Не то, что я им сказал, так, дайте мне столько денег, там, дайте столько ресторанов, а еще предложите что-нибудь. В общем, подмазываться к тебе не нужно. Не нужно, надо нет. просто работать. Да, просто работать. А есть такое, что, допустим, админ, чувствуя, что официант завтра может вырасти, и занять его место, ну, грубо говоря, подсидеть, да, и будет его умышленно не давать ему расти. Такое бывает? Я думаю, что такое бывает. Человеческий фактор. Человеческий да? фактор, да. И это чаще всего происходит подсознательно. Даже вот этот админ, который начинает его давить, он, наверное, неосознанно это делает, потому что действительно чувствует конкуренцию, да, что его когда-то подсадят там, и, наверное, где-то да. То есть есть, конечно, вот это понятие любимчики, нелюбимчики, но мы стараемся с этим бороться, насколько это возможно, с помощью ротации там постоянных, то есть перемещения, там, ну, замены объектами и так далее. А мне интересно, смотри, 2000 год, я был в Турции, Стамбул. Там есть большой рынок Ахмеркес. Около него есть ресторан. Он и до сих пор популярный. Называется Сет-кебаб. В то время тогда собирались там владельцы. Я видел этих арашек турецких. Да, владелец Галатасарая, Бешикташа. Это вот эти популярные турецкие клубы. На тот момент там ходил один официант. Знаешь, чем он мне запомнился? У него были вот такие вот крутяцкие часы. Он сам говорил, это подделки, Cartier Паша. И он знает, что официант в часах Cartier. И мы так как-то подружились с ним. И все эти 20 лет, когда я бывал в Стамбуле, наверное, не было ни одного раза, чтобы я туда не ходил. В прошлом году, в августе, я прихожу туда. Хотя я не был года 2-3. Он до сих пор там. Он уже там не то, что менеджер, по-моему, директор. Он меня узнает. Обнимаемся там туда-сюда. Он говорит, ничего не заказывай, я все знаю, что ты будешь кушать. И так далее. То есть я к чему? В Турции культура, вот именно работы официанта, она у них там, знаешь, там взрослые дядьки приходят молодыми пацанами и всю жизнь работают официантом. При этом хорошо зарабатывают. Да. Есть ли у нас такое? Ну, это крайне редко встречается. Это... Сколько у вас
процентах. Официантов таких? Да. Ну, я думаю, что их нету. Да ну. Ну, чтобы такие вот так долго работали, там 10 лет, нет таких. Ну, ты эту турецкую же культуру знаешь? Да. Да? Это культура. Да. У нас другая культура в стране. Причем они, мне кажется, знаешь, там и сыну могут передать эту профессию. Угу. И они настолько профессионально это все делают. Видимо, они очень хорошо зарабатывают на чае. Угу. Да? Ну, вот как в Штатах вообще у тебя там, даже тебя не спрашивают, ну, на да, чай да. забирают. 18 да? либо 25% да, там да, написано. Да, да, да. В Турции вот это удивительно. Ты смотришь на этих взрослых дядек, и в основном преимущественно официанты мужчины. Ребята, они все ну, мужского пола. Да, да. У нас вообще такого нет, да? Нет. То есть, в любом случае, она, эта профессия считается непрестижной. Непрестижной, да? К сожалению, да. Как нам? Или надо ли это вообще, угу. чтобы у нас была такая культура? Здесь очень много факторов, которые играют, работают, да, вот на вот отсутствие этой культуры. Угу. Во-первых, Турция всегда там исторически, да, была таким, если мы говорим про Стамбул, да, меккой туризма, меккой да. какого-то постоянного движения людей. И обслуживание там это длилось, ну, уже идет испокон веков. Мы очень молодое государство, это вот нужно понимать. У нас многие процессы, они идут слишком быстро. То есть культура не успевает за процессами, которые сейчас делает наше государство. Даже мы посмотрим наш ЦОН, да, то есть я считаю, что это топ диджитализации, да? Да. То есть я вот сегодня был в ЦОНе, я был в шоке, как я все быстро сделал. То есть ни в одной стране, наверное, сейчас мира, это мало где, в какой-нибудь Англии пойдешь, ты будешь ходить по всем кабинетам, чтобы какую-то бумажку получить. А у нас я получил за 5 минут целый документ там вообще, просто по номерку, вообще без всяких знакомств. Но ты будешь эту культуру в будущем формировать? И мы пытаемся ее формировать, естественно, но должно пройти время, оно сформируется. Угу. Да? И официанты будут больше получать. Сейчас еще проблема, что, наверное, зарплаты официантов не такие высокие, как в той же заграницей, в той же Америке. Там есть минимальный оклад, который обязаны платить там, да, работодатели да. и так далее. Наш минимальный оклад, по нашему законодательству, он маловатый, скажем так. Ну да. Поэтому и мы, даже и платя этот минимальный оклад, далеки от американских официантов. Ты вначале сказал там про мишленовский ресторан. Да. Не было идеи? Нет, я еще раз говорю, что, во-первых, Мишлен в Алмате еще придет не скоро в Казахстан, по многим причинам. Рынка нет, наверное, самое главное. Рынка нету, да? Да, ну, допустим, одна звезда, окей, это не такой дорогой ресторан, но если мы говорим про три звезды, да, то это средний чек, наверное, там от 500 евро, да, 500 фунтов и выше. У нас нет такого ресторана, у нас нет такого сегмента. Самое интересное, что наши те люди, которые платят 500 фунтов в Лондоне, не готовы здесь платить эти 500 фунтов почему-то. Все хотят шашлык. Помнишь, что время был Бородино? Да, конечно, да. Он пытался что-то сделать наподобие. Новиковский, по-моему, да? Ну да, это был Новиковский, но в итоге там ничего не получилось, по-моему, насколько я знаю. Кстати, у тебя конкуренция вот с Орловым. Нету конкуренции. Нет. Мы в разных сегментах работаем. Сегменты разные. Вы абсолютно. Не ощущаете, он вас не ощущает. Нет, конечно. Кто ваш прямой конкурент? Коллега, конкурент? Какие сети? Ну, вообще все, кто работает в этом ценовом сегменте, они все конкуренты. Там все, в принципе. Да? Угу. Наш средний чек там в районе там, 8-10 тысяч тенге. Грубо говоря. Вот все, кто в этом сегменте работает, собственно говоря, тот и является нашим конкурентом. То есть прямых конкурентов есть там где-то более прямой. То есть вот, допустим, у меня стоит ресторан в этом в мегацентре. Вчера там открылся рядом точно такой же ресторан. Вот он будет теперь будет мой конкурент. Его вчера еще не было. Там сегодня он. И ты, в общем, ситуация сложная с конкуренцией у нас. Но надо работать. Я молодой предприниматель. Открыл кафешку. Не идет. Так, закрывай. Да, вот посоветую. То есть, что делать? Угу. Быстро закрыть и фиксануть убыток, либо пытаться что-то делать. Вот что бы ты в таких случаях, что ты вообще делал? Угу. Вот у тебя же наверняка были такие кейсы, да. когда ты открыл, ну, вот не идет. Ты закрывал их? Да. Серьезно? Ну, я жду. Я вообще, у меня такое для меня, как бы, срок – это полгода. А, 6 да, месяцев, да? Да. Ага. Опять же, если в течение вот этих 6 месяцев я вижу, что идет нисходящий тренд, ну, то есть нету какого-то позитивного, да, то я даже могу и раньше закрыть, и через 4 месяца, и через 3 месяца. Но если вижу, что в течение полугода есть позитивный тренд, да, даже если он минусовой, но мы где-то уже через полгода выходим хотя бы в ноль операционный, да, то значит я как бы окей. Но если что-то не так, лучше закрыть, потому что дальше будет хуже. Понятно. Что самое главное в этом бизнесе? Локация? Локация играет огромное значение, сразу скажу. Очень огромное значение. Ну, много факторов, я думаю, что... Самое главное. Концепция. Трафик.
Трафик ведь тоже. У тебя может быть концепция, это есть локация. Вот такая, да? И... Ну, это все и ну, понятно, локация подразумевает, да? Подразумевает, что локация – это там, где трафик. Да? Допустим, если Пармиджана вы откроете Вайнабулаки, наверняка там не будет людей, да? Хотя там хороший трафик. Согласен. Очень большой. Очень большой, да. Мотивация для тех сотрудников, 10-20 человек, чтобы такой сеткой управлять, это, я так понимаю, нужно работать очень много и быть 24/7 на связи, да. Потому что очень много связан человеческий фактор, да? Повара, повар не пришел, опоздал, тому не принесли, этому не при... долго ждет заказ и так далее, и так далее. Здесь как вот вопрос мотивации именно с большими топами и официантами там, или поварами поменьше. Ну, как ты правильно сказал, ресторан, к сожалению, отнимает очень много времени рабочего, вот, и тебе приходится действительно, даже я, несмотря на то, что там уже много хорошая команда, все равно я постоянно на связи нахожусь со своими сотрудниками, даже если уехал за границу. И вот важно подбор людей, которые немножко фанаты этого дела. Без фанатизма, без фанатичной преданности этому делу, никакие деньгами их сюда не заманишь. Потому что люди были там, которые много получали, но они уходили, потому что, ну, было не их, скажем так, работа, да. А есть люди, которые получают, наоборот, меньше, но, тем не менее, работают, потому что им просто нравится. Поэтому все-таки в ресторане первое, нужно найти человека, который, ну, крайне любит это дело. Почему? Потому что и сам ресторанный рынок постоянно меняется, и ты должен постоянно быть в тренде. Чтобы быть в тренде, ты должен постоянно следить за ним, да. А то есть ты должен посещать другие рестораны, а это должно быть тебе нравиться. Ты не должен хотеть есть дома, а должен хотеть есть в других ресторанах, так. Да? Ты должен ходить по конкурентам постоянно, да? Что делают свои коллеги, что твои конкуренты, что же нового привезли, почему у них пошел ресторан, почему твой не идет, почему у них больше гостей, у тебя меньше, что он для этого делает, а ты не делаешь там. То есть постоянно мониторинг должен идти. И, конечно, это делают управляющие, топ-менеджеры. То есть я все рестораны не могу обойти. В общем, фанатиков надо фанатики, искать, да? Нужны фанатики. Да. Это как айтишники. Ты знаешь, вот у них зарплата, кстати, да. На третьем месте. Да. Первое, должен быть интересный проект. Если проект неинтересный, ты его не заманишь никакими деньгами, никуда. Вот абсолютно верно. Здесь плюс-минус так. Поэтому мне приходится еще открывать новые рестораны. На самом деле это тоже является частью мотивации сотрудников. То есть они когда сидят на одном месте, они начинают, им начинают, ну, как бы скучать, да? Поэтому открывая новый проект, для них новый вызов. Так, особенно когда они уже в этом начинают понимать немножко, как открыть ресторан. Для них даже интересно, что у них это получилось. Они, эта команда взяла и открыла ресторан уже практически без меня. Они открывают ресторан сначала без меня фактически, да? Ничего. То есть мое минимальное там в общем, участие. Они от этого получают драйв. Да, драйв. Но какая-то финансовая составляющая наверняка же есть. Ну, конечно, есть. Да. У них есть там целая система получения зарплаты, то есть зарплата, бонусы, там премиальные какие-то, от сделки, там не сделки и так далее. Ну, то есть, есть люди, которые очень много получают, честно говоря. Я столько не получал, сколько они получают у меня, да. Ну, когда я не получал, когда я работал с управляющим, я столько не получал, сколько они сейчас у меня получают. Слушай, может быть, тем молодым ребятам, им не открывать свой ресторан и приходить открывать новые рестораны у тебя, научиться, и в том числе это тоже вариант? Конечно, вариант. Ну, мои управляющие тоже говорят, зачем нам открывать свой ресторан, когда мне у тебя хорошо работает. Ну, в смысле, зачем? Я тоже их понимаю. Они могут прийти, обратиться, ну, я так понимаю, в администрацию, да, и спокойно поговорить, показать свои навыки, способности, да, что они сделали, чего добились до сегодняшнего дня, и вы, в принципе, можете рассмотреть и взять на работу. Да, мы всегда ищем людей, всегда. Потому что, кстати, в нашей, вот, в нашей сфере кадровый голод сейчас. Вау. Да. Все переходят в онлайн, становятся блогерами. Так. Это пробей Буталибетку. Да, да, да. Ага, так, СММщиками и так далее, так. И так далее. Какими-то фотографами. И где могут получать, наверное, более легкие деньги, что ли. И, ну, плюс сейчас почему-то развито сильно вот это инвестирование. Криптовалюты всякие, NFT. Это ты про Тимура Тулова, видимо, ты говоришь. Так, понятно. К чему идешь?
65-67 сейчас. Нет, у меня, знаешь, Руслан, было вот как бы какие-то тоже магические цифры в свое время. Вот думаю, будет 50 лет, будет 50 ресторанов, да. А было 50 лет, было 60 ресторанов. Перевыполню план. Угу. Теперь вот, думаю, будет 100 лет, будет 100 ресторанов. Да нет, мало. Шучу. Сколько? Вот, ну, есть же какое-то внутреннее ощущение, да? Наверное, ты и сам кайфуешь от этого, что у тебя, ну, такая большая сетка, это же. Это большая ответственность при этом. Да. При всем при этом. Я же это понимаю очень четко. И наверняка все наши слушатели это тоже понимают. Потому что 1000 человек – это очень большой объем. Налоги и пошло-поехало. Да. Да, это общепит. Это в моем понимании, я всегда, когда ресторанов касалось, сколько мне проектов не предлагали, я всегда говорю, эти ложки, вилки считать я не хочу. Ну, согласен. Ну, грубо, там тарелку побили, здесь покоцали стакан, там еще что-нибудь. Ну, бывает, да? Да. Есть какая-то цель, потолок, что вот дойду до 200 точек там, или 300 и пойду отдыхать. Поеду в Караганду на дачу. Ну, бывает же, вот у всех же там нету такого потолка. Нет. Нет? Пока не ставил себе такой потолок. Ну, хотя бы до стольника. Ну, 100 есть. 100, есть, да? Дальше посмотрим. А до какого года примерно? Ну, я вот сейчас не хочу форсировать, потому что позапрошлый год показал, что форсирование не всегда хорошо, ну, когда мы все сели и 2 года просидели. Поэтому у меня сейчас вот такая стратегия, что лучше меньше рисков, но 100% открытия, которое будет работать. Как говорил один мой очень хороший миллиардер, знакомый, он говорит, главное сейчас в это время не заработать, а сохранить. Вот, да. Сейчас вот как раз такое время. Так, да, потому что осторожно, скажем. У меня вообще всегда была такая стратегия – это стабильность компании. То есть не захват какого-то рынка, там, да, стать номер один, там, номер 20 или номер какой-то еще, а чтобы все сотрудники получали вовремя зарплату, все мои арендодатели получали вовремя аренду, а все мои поставщики вовремя получили оплату. Вот это сейчас главная цель. В смысле, она всегда была этой целью. Эта цель, собственно говоря, и помогает мне развиваться. Потому что вот мы все закрываем всегда вот эти косты, да? И у нас, оказывается, еще есть возможность развиваться. И они нас поддерживают всегда, и арендодатели. Благодаря этому в пандемию нам арендодатели все скинули аренду. Кто-то вообще обнулил, кто-то там сделал 80% скидки, кто-то там. Молодцы. Все. Почему? Потому что они знали, что мы стабильны, что мы их не кинем. Ну, да? У вас имя, видишь, уже, да? Репутация. Ну, репутация. А эту репутацию приходилось... Ну, мы всегда об этом говорили, да, что это очень важно. Видишь, долго зарабатывать. Я тоже об этом всегда говорю, о том, что репутация – это одно, наверное, из самых важных составляющих в жизни. Возвращаемся на 15 лет назад. Юра Негодюк, 2007 год, но только время – это 22-й год. Ага. Вот сегодня ты молодой парень. Как ты думаешь, вот внутреннее ощущение, понятно, что у тебя уже очень большой багаж и опыт, но ставя себя на место вот этого молодого человека, сможет он открыть, расти, масштабироваться и двигаться дальше? Для этого рынок есть же? Да. Да? Сейчас я думаю, что больше возможностей, чем тогда было. Да ну, да. Правда? Да. Я объясню, почему. Потому что сейчас потребитель, во-первых, более... культура посещения ресторанов, она более развитая. То есть тогда люди меньше ходили в ресторан. Согласен. Да? То есть привлечь человека на обед в ресторан, это было как бы такой немножко дикостью, потому что всех кушали дома, обедали. Да, да, это правда, правда. А сейчас обедать дома как-то даже не по понятиям, грубо говоря. Что, дома обедаешь, ты что? А, потому что я там целую создал, к одному семинару готовился, создал целую пирамиду Маслоу, только пирамида общепита у меня была. А вот это базовая потребность, потом вторая там потребность и так далее, и так далее. Вот мы сейчас, наше население находится примерно в середине пирамиды Маслоу, когда для нас питание – это не просто базовая потребность, а уже социализация. Когда мы хотим кушать вместе, мы не хотим дома кушать один там где-то на кухне, да? Это просто убить голод. Нет. Для нас уже голод, нет такого понимания. Для нас социализация. То есть ты проголодался, но ты думаешь, с кем ты будешь кушать? Почему ты будешь кушать? Культура зачем? Меняется. Культура меняется, да? Соответственно, у этих людей, у молодых ребят, есть огромный выбор, на какую аудиторию можно работать. Потому что аудитории очень много стало, да? Ты можешь делать, я не знаю, хороший кофе, уже на кофе зарабатывать. Слушай, я соглашусь с тобой, Юр. В 2007 году мне сестра говорит, моя, надо открывать кофейню. Какая кофейня? И у меня вот первая мысль тогда была, и я этот пример всегда всем рассказываю, что я ей ответил следующим образом, что казахи пили, пьют и будут пить чай с молоком 12 ночи и так далее и тому подобное. И вот прошло там лет 10,
и столько кофеен появилось, да? И в прошлом году казахстанской статистики я не видел, но думаю, что она уже близка к российской. Угу. Первый раз в истории России потребление кофе превысило потребление чая. Угу. То есть поменялась сама культура. Вот. И вот сейчас к вопросу о том, что вот для молодых ребят, которые сейчас, получается, вот твой посыл, ребята, рынок очень большой. Угу. Сейчас культура меняется в лучшую сторону для рестораторов. Правильно? Угу. Я правильно понимаю, да? Да. Рынок огромный. Идите, не бойтесь, пробуйте, открывайте, зарабатывайте. Но если видите, что попадаете, закрывайте быстро, да? Да, да. И пробуйте что-то другое. Да. В крайнем случае приходите в Пинту. Да, я не знаю, ну столько всяких ниш, конечно, вот, не знаю, баурсаки. Вкусные баурсаки с разными топпингами. Почему не делать? Ну, видишь, тут уже вот Берденов, Руслан, он и баурсаки забрал, и вот казахские все дела. Ну, он, ну это Шымкент, это я Шымкент. Его всегда, да, он молодец. А есть у нас вот Караганда еще, Алматы. Он, да, но он создает культуру казахской кухни, которой вот на таком уровне ее не было. Ну, и как бы он эту культуру создает. У вас культура стейки, колбасы и так далее, но меня радует, что вы при этом еще очень сильно поддерживаете отечественных производителей. Да, у нас все отечественное, да. У вас 100% это все кассодержание? Ну, я думаю, 90%. 90%. Ну, допустим, оливковое масло у нас не производит, к примеру. Понятно. Нам приходится... А вообще мы... У нас даже стройматериалы, когда мы строим пинту, у нас все заточено под местный рынок. Местные Слушай, производители, местные деревообрабатывающие. Тебе большое спасибо. Вот то, что ты сейчас молодежи говоришь, идите и открывайтесь с твоим багажом, что рынок сейчас... готов все это проглатывать, да? Это классно. Еще почему говорю сейчас? Потому что сейчас гораздо дешевле промоутировать свой ресторан, свое кафе. Сейчас соцсети. У нас раньше не было соцсетей. Радио. Радио, оно было дорогим. Но мы, у меня жена стояла с листовками, вот эти флаеры. Флаеры. И раздавала на первой пинте там, ну, грубо говоря. Слушай, точно. А сейчас такого уже не представишь. Сейчас выбор можно... оборудования от дорогого до дешевого. Да, можно поехать в БУ взять вообще бесплатно практически, ну, за копейки там где-то. В аренду можно взять. Можно в аренду взять. А лизинг тоже рассматривается? Да? Лизинг, я не знаю, если нет, но проще взять. Вообще можно сейчас снять кафе уже с оборудованием. Многие так сдают. Вот ты хочешь кафе открыть, ты ищешь, и находишь кафе, где уже стоит какой-нибудь там мангал, что-то еще, что-то еще есть. То есть тебе даже складывать не надо. Стены покрасить там и все. Вариантов много, на самом Качество деле. Качество кухни. Сколько процентов успеха? В зависимости от концепции. Если пинта. Вы... А, пинта? Пинта, ну, безусловно, это имеет значение, да? Но, наверное, все-таки не первостепенно. Но если невкусно, я не пойду. Нет, я не говорю, что не должно быть вкусно. Должно быть вкусно, да. Но не должно быть прям... Я имею в виду, что там достичь вау тяжело. Ну да. Ну просто с тем потоком, которых людей у нас есть, там больше уже как фастфуд работает, ну грубо говоря. Потому что слишком большой поток людей, да, и сделать там гастрономический ресторан из этого невозможно. Собственно говоря, не было такой задачи. Все-таки пинта – это больше место, где люди собираются, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться, потанцевать там, да, послушать музыку, да, пообщаться. Танцуют еще? Конечно, да. Пять суббота там танцы, конечно. Там рок-группы играют живые, настоящий рок. Прям. Ну, тогда квау и гастрономии. Да. Что, какой ресторан из казахстанских ты мог бы приблизить по уровню там, к лондонскому, к дубайскому, ну, к какому-то, один из самых топовых, по твоему мнению, ты ресторатор, ты в этом понимаешь. Причем без обид для какого-то другого ресторана, это же твое личное мнение, ну, нравится тебе. Вот какой бы ты мог приблизить... таким. Ну, откровенно говоря, у нас очень много ресторанов. Ну, то есть, которые пару штук. Приближены к одной звезде, скажем так. Мы не говорим про две и три звезды, это уже немножко другой уровень. А одна звезды можно дать тут огромному количеству ресторанов, которые у нас находятся в центре города. Я не знаю, ну, по мне так, допустим... Да, это твое личное мнение, подумай. Ну, допустим, та же Ля Барка, да, семейный ресторан такой, да, ну, который, да. В принципе, он. Ты знаешь был... Руслана, да? Да, конечно. Да, да. Ля Барка. А, да. А, тот же, я не знаю, вот там вот АБР открывает сейчас интересные рестораны, там, типа Огонек. Там, да, вот открылся недавно. Огонек. Это на Кирова. Это бывшая. Льдинка. Да. Все. Ну, тоже такой приличный ресторан. Угу. Наверное, он где-то подходит к пониманию лондонского ресторана, да, а какого-то. Вот селфи же еще есть в Астане, да? А, в Астане, в селфи отличный ресторан, кстати, тоже тяготеет на Мишлен, да. Ну, грубо говоря, у нас есть другая проблема. То есть, мишленовские рестораны, они, там качество продуктов первично. Да. Потом идет, конечно, само технология приготовления и сервис. У нас проблема с продуктами.
это реальная проблема. Даже в дорогих ресторанах продукты все, ну, то есть возьмем рыбу, она проделает огромный путь к нам. Через заморозку, скорее всего, через еще что-то там и так далее, и так далее. Мясо. У нас, к сожалению, нету в объеме, в хорошем, хорошего мяса. А фермерские продукты берете? Они все нестабильные. Нестабильные качества. Тогда еще один хороший совет для молодых предпринимателей. Развивайте сельское хозяйство. Конечно. Да? Там есть... вообще, мне кажется, клондайк. Вот я про это и хотел сказать. Вот мы эти дни с ребятами очень много общались, разговаривали, да? Сейчас же вот очень там... Много ребят занимаются теплицей, да, выращивают. Да. Ну вот вы потребляете зелень, огурцы, помидоры, да, ягоды и так далее и тому подобное. То есть молодые ребята также могут идти и спокойно выращивать сельское хозяйство. Да ту же картошку, да? Да. Качественную картошку вы где покупаете? Вот на базарах тоже. Да? На базарах это... У бабушек там и так далее, домашнюю, чтобы она была свежая. Ну, нету объема. Вот понимаешь, какой пинта? Там 30 ресторанов, у нас тоннами там идет картошка. Для этого нам уже, значит, кто-то должен поставлять это. Нам приходится сборные поставки делать. Я и понял. Если кто-то был бы стабильный поставщик, да, чисто для вас, да? Конечно. То есть кто-то, если живет сейчас из ребят в совхозе и выращивает, не знаю, там 100 килограмм картошки, он может прийти и на год с вами законтрактоваться. Да, конечно. Да? И также по зелени, по морковке, там, я не знаю, мы уже вообще в детали ушли. Не, у нас был, допустим, контракт с Алмабио, да? Ну, яблоки. Да. Вот в школу поставлялись оттуда яблоки. Правда, потом они не смогли нам поставлять, почему-то не помню. Угу. Но факт тот, что Цесна у нас поставщик, те же там еще, да, какие-то такие, много казахстанских производителей. Одно из направлений деятельности для молодых предпринимателей, также сельское хозяйство. Однозначно. Кстати, очень хорошая идея. Я же сам вырос в совхозе, и для меня сельское хозяйство очень близко. Огород полоть, поливать, картошку сажать, потом там, в общем, морковку полить надо. Единственное, надо любить сильно. А? Или надо любить это сильно. Ну да. Ну тоже фанатики нужны. Тоже фанатики нужны, да. Но есть очень много людей, кто этим занимается. То есть, видишь, как хорошо? Это уже как бы... Это уже какая-то второстепенная, да, роль для вас, по крайней мере, те, кто поставляет все эти продукты. Круто. Ну, тем не менее, у нас мясо вот все местное же. Да, у нас они постоянно меняются, поставщики, но тем не менее мы на локалке работаем. Не, классно. Сколько Алматы, если взять Алматы, еще проглотит ресторанов, фастфуда и так далее, вот от имеющихся сегодня? Твое вообще видение на ближайшие 5-10 лет? Это тоже такой посыл. Те ребят, которые, наверное, извини, потому что ты хотел что-то сказать, они заходят в эту отрасль и пытаются что-то делать, они хотя бы примерно должны спрогнозировать, да, что там рынок не насытится через 2 года, наверное, точно. Да? И это постоянный сегмент, который всегда обновляется, всегда ресторан через 5 лет там закрывается, открывается новый, меняется там концепция, еще что-нибудь. То есть много всяких нюансов. Да? Да. Большой океан. Большой океан. Ну вот. Сколько еще, по твоему мнению? Всю жизнь? Да, всю жизнь, конечно. Во-первых, всегда будет идти прогресс по качеству, да? То есть более плохие рестораны будут закрываться, более хорошие будут открываться. То есть и по продукту качественнее будет, да, и по интерьеру, там, по многим вещам, да, по сервису, да. Поэтому здесь-то океан вообще голубой. То есть если вы будете лучше делать, чем... Не надо делать, как все. Если будешь делать, как все, значит, ты будешь, как все. Ну, надо делать что-то другое. УТП. Должно быть УТП. Вот, Юр. Классно. Вот сегодня мы с тобой говорили о сервисе, о культуре официанта, да? Что у нас ее еще пока нет. Нет. Мы только что говорили о качестве продуктов, да? Правильно? Да. Вот. И мы говорили о качестве еды в ресторанах. То есть вот много-много составляющих там, где ты должен быть немножко уникальный, да? Да. Немножко. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы на совсем грамм выше своих конкурентов, и у тебя тогда больше шансов на успех, да? Да. Давай еще один тогда вопрос, хорошо? Для того, чтобы создавать что-то новое, руководить своей командой, каких принципов ты придерживаешься? Ну, какие-то твои правила. Угу. Может быть, они твои внутренние. Может быть, ты об этом говоришь всегда своим коллегам. Расскажи, если таковые есть. Я думаю, что, наверное, вот главное мое правило, оно звучит так немножко по-каргандински. Нормально. Оно заключается просто, надо отвечать за свои слова. Это очень важно. Это очень важно. У нас так всегда было. Мы всегда, вот если ты сказал, значит, все, если ты не ответил, значит, ты отвечался. А это большая проблема потом. Я это, видно, запомнил во дворе очень сильно, да, в Караганде. И у меня прям это вот идет по всей жизни. И поэтому я всегда стараюсь
постараюсь. В первую очередь я заплачу зарплату сотрудникам, потом аренду отдам поставщикам, и только потом, если вдруг что-то останется, я могу себе забрать. То есть вот это первично. И я учу всех своих директоров, что сначала мы выплачиваем зарплату посудомойщицам, потому что они самые там мало получающие, им надо первые. В общем, кто больше получает, получает, грубо говоря, в конечной очереди. И все на этом завязано. То есть если ты сказал, ты должен сделать. Это крайне важно. Это первое. Второе, ты должен максимально быть честным при сотрудниках. То есть если ты не можешь, скажи, ребят, я не могу больше там вам что-то делать, да, обещаю зарплату, там что-то, давай попрощаемся, вот, вот все. А вот когда ты обещаешь, давайте, 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 и потом не сделаешь, это проблема. Поэтому нужно быть честным. Честность – это прежде всего. То есть не нужно скрывать какие-то проблемы, если они есть в компании. Вот у нас была пандемия, и мы столкнулись с большой проблемой. Ну да. Да, ресторан закрыли, выручки нету, есть косты, которые нужно покрывать. И мы честно собрались и сказали, ребят, у нас проблема, у нас нету выручки, денежная масса активно сокращается, поэтому… мы даем вам выбор, вы можете сейчас у нас уволиться, да, может кто-то перейти на другие должности, которые мы открываем, допустим, там курьеры, мы занялись доставкой, и нужны были курьеры, то есть ты официант, ты можешь пойти в курьеры, мы даем тебе такую возможность, не терять, чтобы не терять, хотя бы. Если ты не можешь пойти в курьеры, мы должны сейчас с тобой расстаться, вот мы выплачиваем тебе какое-то пособие, все, и, ну, мы честно сказали, кто-то пошел, кто-то нас понял, потому что мы не стали скрывать ситуацию. Да, проблемы есть, вот все. И это нам помогло, кстати, выжить. Мы костяк компании сохранили за 2 года и спокойно вышли из пандемии без потерь практически. Поэтому честность, честность и честность. Понял. Отвечай за свои слова и быть честным. Отвечаю и да. Быть откровенным. Да. В конце каждого подкаста у нас есть рубрика. Наверняка ты уже видел ее в Ютубе. Мы приглашаем одного молодого предпринимателя, начинающего предпринимателя, который только начал и так далее, который хотел бы задать тебе 3 вопроса. Так. Ограничиваем это 3 вопросами, потому что, ну, молодежь, сам знаешь, они могут и 30 задать, да? Ну, какие-то основные он задаст. И сегодня вот молодой человек, его зовут Акижан. Так. Да, у него есть к тебе 3 вопроса. Уже я есть уверен. Прям, да? А? Уже есть вопросы? Да, да? Уже есть вопросы. Да, и я хочу пригласить в студию Акижана. Юр, молодой человек, Акижан, сегодня в студии. Акижан, очень приятно. Приятно познакомиться. Акижан не с Караганды, он с Ахтюбе, поэтому тут он отвечаешь, не отвечаешь, я не знаю, но у него есть 3 вопроса. Есть 3 вопроса, да? Да, окей. Наверняка ты знаешь Юрия, да? Пожалуйста, вот у тебя есть возможность напрямую задать все интересующие твои вопросы. Все 3. Да, все 3. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Юрий, Руслан, еще раз добрый день. Всем привет. Меня зовут Акижан, 20 лет. Вот занимаюсь бизнесами, проектами. Также основатель бизнес-клуба Equium Young. Это предприниматели до 25 лет с оборотом от 60 миллионов тенге. И так, собрав с таких начинающих молодых предпринимателей вопросы, выделили топ-3. Первый вопрос. У меня сейчас порядка 6 проектов, 6 разных направлений бизнеса, и очень сильно я теряюсь в них. То есть я плыву, когда начинается какой-то там дефокус, когда везде начинаются какие-то траблы, очень сильно плыву. Вот хотел у вас узнать, у вас там 67 ресторанов, вы сказали. Как вы сохраняете такой фокусированный дефокус, да? Как вы это с этим справляетесь? Да, сложный вопрос. Как это? Как ты напрягаешь, как ты там отдыхаешь? А я не напрягаюсь, да? Ну, наверное, это планирование все-таки, да? То есть мы работаем жестко по планам. То есть там есть бюджетирование, есть маркетинговый план, есть там HR-план и так далее. Просто когда у тебя есть планы, в принципе, это позволяет тебе, наверное, ну, не так вот теряться, да, потому что любое отклонение от плана, ну, это лишь отклонение. То есть я ставлю себе, что, допустим, любой план, он не может быть на 100% выполнен. Ну, то есть это реальность, да. А вот если он на 80% выполнен, это уже хорошо. Поэтому даже если ты немножко отклонился там, да, то есть ничего страшного, мы можем это нагнать. Самое главное, то есть это все-таки планирование. То есть я, знаешь, приверженец фундаментального подхода к бизнесу. То есть должен быть план, должен быть инвестиции.
должны окупаться, там и так далее, и так далее. Должна быть такая ебеда, должна быть такая прибыль, такая себестоимость, косты, и все. То есть мы идем жестко по плану. Каждую неделю у меня там онлайн-совещание, когда я не могу присутствовать, я получаю повестки там и так далее, и их разбираю. Смотрю, если вдруг какое-то отклонение, сразу начинается разбирательство, почему отклонились. То есть нужно не тушить пожар, да, а делать систему пожаротушения заранее. То есть... А горизонт планирования какой примерно? А вот сейчас он сократился, потому что раньше он был годовой. Сейчас я уже ушел вообще в квартал, потому что настолько все меняется быстро, да, и я вынужден просто поквартально планировать. Хотя общий план, он все равно годовой. Такой outlook, скажем, да, который приблизительно мы понимаем. Ну, у нас есть, нам проще, у нас есть статистика, да, мы все-таки по статистике работаем, потому что есть прошлые года и так далее. Поэтому, когда у тебя стартап, конечно, сложнее, да, если у тебя там все 6 стартапов, то outlook делать тяжело. Да. Ну, хотя, ты же когда делаешь бизнес-план, наверное, у тебя есть там цифры. И я когда делаю бизнес-план, я всегда делаю два плана. Один оптимистический, другой пессимистический, да. То есть, и, конечно, мы ориентируемся на пессимистический. То есть, если пессимистический в плюсе, там, грубо говоря, там рентабельность, значит, окей, начинаем. Если пессимистический, фактически все-таки плохой, значит, мы просто не занимаемся этим проектом. То есть план, я правильно понимаю, это там вы считаете всю юнит-экономику, вы считаете... Да, бюджет. От и до, все детали, да? Все-все-все. Это такой P&L. Я вообще создал свою систему для своей компании, где в одном P&L три отчета кэшфло, отчет о прибылях и убытках, да, и баланс, грубо говоря, где все налоги, все. То есть это в одном отчете у меня, поэтому мне легко видать. И я это научился на самом деле еще в университете. У нас в университете была такая система. В одном P&L был такие три отчета, грубо говоря, такой управленческий P&L, где я все вижу. Поэтому бюджетирую я сразу по этому P&L, да, и как бы все вижу. И на год вперед я, в принципе, могу понять наши расходы. Прикольно. Окей. Можно я тогда... Подправлю, да? Да. То есть, вот у него 6 проектов. Да. Взял один, расписал годовой. Обязательно, да. Взял второй, расписал и просто контролируешь. Да, так же, да? Да. Очень жестко. Но можно полгода сделать, чтобы там... Да. Полгода тоже реально. И у тебя получается за 67 ресторанами так контролировать. Или у тебя Пинты, Бао... Да, я уже их по объединил по сеткам. То есть, я P&L общий смотрю. А уже когда какое-то отклонение, начинают это уже углубляться, ну, как правило, мне уже управляющие рассказывают, почему отклонение пошло. Понял. Хорошо, тогда перейду к второму вопросу. Да, пожалуйста, конечно. Второй вопрос. Вот сегодня было много затронуто на подкасте про молодых предпринимателей, то, что у них есть много возможностей. Вот у меня, и может быть не только у меня, такое впечатление, то, что, например, если рынок брать общепит или там производство там, да, еды какой-то, то очень сильно кажется, что это капиталоемкий бизнес. И даже создать минимальный MVP может уйти там существенные средства, да, которых может у меня не оказаться. Вот как вы, когда начинали бизнес, справлялись с тем, то, что, возможно, здесь требуется много капитала, либо как вы оптимизировали максимально все расходы? Ну, оптимизировали, на самом деле, была такая проблема, да, просто, то есть я сам работал, то есть у меня работала супруга в этом бизнесе, работал я, работал мой партнер, мы все были задействованы, то есть была такая ситуация, к примеру, да, вот я расскажу прямо с жизни, представляете, пятница, у нас full booking, да, и кухня вся встает и уходит, ну, то есть, потому что, ну, революция там очередная. Что-то и вы пошли кашеварить. Да. Лиля, то есть моя супруга, кухня, встала. Это все повара? Да, она встала просто. Она сказала, сегодня вот это в стоп-листе, потому что я это не могу готовить. Но вот это я могу приготовить. И начала сама готовить. Там еще уборщицу какую-то подтянула, чтобы это резала просто. Да? Какой-то официант пошел, порезал. Ну, как бы вот выходили из так ситуации. По-другому нельзя было. То есть самим пока на стартапе, все стартапщики, вы же знаете, да, они, как правило, сами принимают участие активно, да, чтобы сократить косты. У друзей занимал деньги на тот момент? Было дело? Было дело. Было, да? Да. В банке кредиты брал? Нет. Нет, то есть ты занимал у друзей, знакомых, да. Потом вовремя, естественно, возвращал, раз ты здесь сейчас 67 ресторанами сидишь. Да. Но это было на самом деле один раз. Да? Да, и только до ресторан сгорел. А, понял. Это была такая форс-мажорная ситуация. Максимально, где могли, косты резали, да? Ну, помог очень сильно опыт моей предыдущей работы. Я был в теме, да. Во-первых, у меня было уже тогда высокое доверие со стороны поставщиков различных. То есть я мог взять оборудование в кредит. Ну, в лизинг, да, и мне сказали, там, я брал первое оборудование и дали мне рассрочку оплаты на полгода. Ну, то есть я полгода расплачивался. То же самое алкогольная продукция. То есть меня настолько знали на рынке, да, кто я такой, да, я Росинтером управлял. Ну, то есть как бы все знали, кто такой. И поэтому мне давали там алкоголь, там, со срочкой могли там дать, я не знаю, на 2 месяца.
Ну, мы стараемся про алкоголь вообще не говорить. Нет, продукция, окей, продукция. Кока-кола. Кока-кола, кстати, кока-кола, да. Кока-колу давали, да. У вас в ассоциации есть ребята молодые, которые, ну, рестораторы или пытаются открыть? Есть такие? У нас есть двое резидентов. Они, один резидент у нас занимается БАДами, получается. Вот они возят из Турции, с производством договорились, сами производят, возят. А еще один резидент, он мороженое делает. У него там 8, что ли, точек мороженого. В общем, пока есть возможность, если кто-то из молодых ребят будет обращаться к вам, можешь за советами, не откажешь? Обращаться к Юрию. Вот этой возможностью воспользуемся быстренько. Ну, у него опыт. Ты же понимаешь, да? Как раз я хотел уточнить, а вот сколько вы примерно сейчас оцениваете, занимает открыть капитала нужно, чтобы открыть бизнес там ресторанный, да, на 20-30 посадочных мест, небольшой ресторанчик? Все зависит от концепции, потому что можно открыть там, люди тратят вообще по 100 миллионов тенге, да, в 20-30 посадочных мест. А кто-то берет готовое помещение, вот как мы сделали. У нас был бюджет открытия ресторана, у меня было 20 тысяч долларов, у меня у партнера было 20 тысяч, да, 40 тысяч долларов был бюджет. 2007, да? Нет, в нынешних реалиях. Ну вот я расскажу, как мы делали. Тогда даже по тем меркам был бюджет очень маленький, потому что мы открывали большую, у нас получилось, нам помещение мы взяли, там было примерно 150 посадочных мест, это достаточно большое было, да? Но так как 40 тысяч долларов было мало, то есть мы, допустим, стены сами там где-то красили в какой-то момент, да? То есть стулья мы пошли купили в Зетти, там самые, что ни на есть, дешевые, да? На барахолке все закупили, там посуду, там и так далее, и так далее. То есть минимизировали как возможно, то есть уложились в эти 40 тысяч долларов. А можно было, на самом деле, понимать, что даже, наверное, дешевле сделать, вот сейчас я уже понимаю, тогда, на тот момент. Сейчас, конечно, ресторан, ну, не обходится дороже, потому что там есть какая-то концепция, какие-то там требования и так далее. Но если ты без концепции работаешь, ну, имеется в виду, что вот есть такие места у нас, вот на Фурманово, да, на Назарбаева улице, там есть бары, вот, да, там такое ощущение, что вложений, не знаю, миллион тенге, может быть, каждый бар, когда заходишь там, видишь, что это просто подвал, да, и там какая-то тумбочка стоит, и это и называется бар у них. Ну, может, это модно сейчас? Может, это модно, да. Нет, есть такая концепция, руин-бары, да, это вот она пошла с Будапешта, где ничего не надо делать, а наоборот, ты ищешь самое убитое помещение, просто ставишь стол, и там что-то там делаешь на нем. И вот, ноль затрат фактически. Ну, не ноль, но это минимальные затраты. Все зависит от случая, да, а окупаемость примерно... Тоже очень сильно понимаю, что зависит от случая. Но вот если брать минимально, для начинающего предпринимателя. Ну, я считаю, что окупаемость... Ну, слушайте, я знаю примеры, там, 2 месяца окупаемости, 3 месяца, а бывает год. Ну, но за год можно отбить? 100%. Да? Конечно. Окей, хорошо. И за год можно отбить. Да, я... Думаю сейчас, да. Как отбить? И последний вопрос. Третий. Вот у вас там на старте, вы говорили, вы там сами где-то включались, работали. Потом было там, наверное, 50 сотрудников, потом было 200. Сейчас там 1500. Как менялась ваша роль как бизнесмена, да, как владельца бизнеса, по мере роста компании? То есть, если вначале там можно было и там стены покрасить, то постепенно как она менялась? Ну, конечно, я все дальше отходил от операционки. Сейчас только участвую в операционке в стартапах, когда либо новый проект какой-то, да, не сетевой. Допустим, сейчас я открываю огромный проект там на 1500 квадратов в Меги Силквей в Астане. Там будет фуд-парк. О. Да, это на базе Хэппилона, то есть так как Хэппилон там обделенный по общепитам, я вошел туда, в общем, как партнер, и буду там делать большой едовой концепт. Там будет 5 ресторанов внутри, всякие пати-румы и так далее, и так далее. Здесь я сам непосредственно принимаю участие, потому что, ну, это операционка, это все новое, как бы, да, и приходится направлять, потому что у меня есть видение, четкое понимание, как это должно быть, и на каждом этапе я примерно уже представляю, как это должно быть, поэтому мне приходится людям объяснять, что надо в каком момент делать, то есть директивно. Так, никого не слушаю, делаем вот так вот, да. Но, допустим, управляющая сейчас, допустим, ресторанами Пинта, я ее вижу раз в месяц. И все, я вообще не захожу в эти рестораны, потому что она настолько автономно работает, потому что это профессионал высокого уровня. Она управляла в Москве сетью там кофе-хаус, там еще какими-то, да. То есть она лучше меня некоторые моменты знает, как управлять сетевыми проектами. Зачем я буду ей мешать работать, когда человек профессионал? Она знает, что делать, она знает
там, что нас это получит. То есть человек абсолютно автономный, даже я у него какие-то моментами иногда учусь. Ну, как бы. Я считаю, что нужно нанимать людей, которые умнее тебя все-таки. И лучше, да? Тебя, и лучше, да? Тебя. Зачем, зачем их потом учить? Ключевая задача, которая осталась тогда у вас? Стратегия. Куда инвестировать? Ну, то есть, развиваем мы или не развиваем? Идем мы в Ташкент, не идем в Ташкент, идем мы там в Дубай, не идем в Дубай. Ну, грубо говоря. Все три отчета поэтому связаны с кэшем, да? Да. Да. Подумай пока еще над одним четвертым вопросом, пока он карагандинит. А я пока ему задам вопрос. Подумай, пожалуйста, по поводу вот сегодня то, что мы говорили. Вторая пинта в Уральске, поговори с Оскаром, да? В каких-то других городах, ну, как-то... У людей должен быть выбор. Нет, взял, завязал этот узел, да, привязался. Так нет, кому-то одному. Люди сами хотят открывать, они просто ждут. Допустим, в Аватара открыли вторую пинту, в Караганде вот сейчас собираются открывать вторую. Они все хотят, просто они выходят на определенную там какую-то рентабельность, да, какой-то возврат инвестиций, когда у них уже. Аватара, у них место очень хорошее. Я был. Первое. Я не знаю, около большая, гостиницы которая... Ренка. Ну, которая на набережной. Да, да, хорошее место, да. Она хорошо поэтому, работает. Поэтому, да, нужно открывать, нужно дальше расширяться, а то ты до 100 будешь доходить там точно к 100. Ну, годам. Я другими проектами дополню. А ты занимаешься мегой, потому что это важный проект, да? Такой большой, 1500, 5 ресторанов. Ну, как-то он такой. Не, ну я считаю, что там перспективное место. Локация. Ну да. Локация. Да. Трафик. Трафик. Понятно. Ну что, есть четвертый вопрос? Да, да. Давай. Вопросов много. Давай еще один. Сейчас время было бы, я бы вообще тут. Да, вот получается, во втором вопросе мы сказали то, что, допустим, у некоторых рентабельность может там 2 месяца, 3 месяца, там год быть. Какие вы сейчас видите, возможно, такой инсайдерский вопрос, какие вы сейчас видите тренды внутри ресторанов, внутри ресторанного бизнеса? Там кто-то сейчас доставку делает, там, не просто доставку, а именно там, питание на день. Да? Вот я, например, на такой доставке сижу уже там полгода, мне, в принципе, нормально. Да? Ничего себе, прикольно. Там, кто-то пробует разные направления. Вот какие вы видите изнутри тренды, которые наиболее рентабельны, наиболее интересны и наиболее все-таки приносят какую-то пользу? Вопрос хитрый, да? Еще который пользу приносит. Который пользу? Да. Это вообще, это самая главная проблема. Это наш к здоровому питанию подводит, фермерским продуктам. Я могу, наверное, немножко расстроить, да? Потому что здоровое питание все-таки это такое менее рентабельное сейчас направление. Потому что мясом. Нет, из-за этого нет. К сожалению. Почему? Потому что здоровое питание, оно дорогое. Потому что там все дорогие продукты, либо это какие-то органик фуд, да, либо... Ну, то есть, грубо говоря, сейчас я скажу точнее. Смотрите, чтобы человеку быстрее наесться, ему нужно съесть определенное количество калорий. То есть, в день надо взрослому человеку там 2000 калорий, мужчине, да, ну, минимум, да. Если ты спортом занимаешься, ему нужно 2500 калорий. Чтобы ты на здоровом питании получил эти калории, ты должен съесть достаточно много. Допустим, лист салата. Представляешь, сколько надо съесть, да? Он не калорийный. И так далее, и так далее. Чтобы добить этими калориями, здоровым питанием, это крайне тяжело. Это можно сделать, но тяжело. Но это еще и дорого будет. Потому что найти столько калорий в этих продуктах, да, это непросто. Почему очень популярен фастфуд? К сожалению, да? Какой-нибудь, я не знаю, там... Курица жареная, да? Потому что в одной куриной ножке огромное количество калорий. Ты платишь всего за одну ножку, а получаешь калорийность, там ножка может достигать, если она там прожаренная в панировке, там порядка 700-800 калорий одна ножка, вот такая большая, да? То есть ты купил за там 1000 тенге, грубо говоря, одну ножку, там даже меньше она, скорее всего, стоит, да, и ты получил уже половину дозы дневной калорий. Поэтому-то и фастфуд, собственно говоря, существует, он и будет существовать, потому что огромное количество часть населения не может себе позволить дорогую еду, здоровую. Поэтому я бы как рассматривал это направление только как нишу. Ниша, очень узкая ниша, да, там, конечно, можно заработать, но там надо сложно в ней плавать. А если мы говорим про рентабельные вещи, это все-таки мука. Как ни крути, это традиционное блюдо всех народов, начиная, не знаю, от Италии, заканчивая там китайцами и так далее. Все ели муку в той или иной виде, то есть либо это там тесто какое-то, либо она жареная, либо она вареная, либо она растянутая в лапшу, либо она слепленная там пельменями, либо мантами и так далее, и так далее. Но все, но себестоимость муки все еще недорогая, все еще временно. Пока. Пока, да. Поэтому на этом еще какие-то деньги можно заработать, и там более-менее хорошая наценка. Слушай, очень качественно он ответил, мне кажется, да? Ты, я так понял, хочешь к пятому вопросу. Восьмой нашей ситуации.
На все вопросы Юра ответил, да? Да. Очень хорошо, очень качественно. Да. Юр, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришел, уделил время. Акижан, спасибо тебе. Очень, очень качественные вопросы, очень хорошие вопросы. Молодец. Вот. Вам обоим большое спасибо. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще будет много чего интересного. Всем спасибо.